Всем привет, друзья! Давно у нас не было Вани Фейса. Я очень соскучился. Сегодня слушаем его песни старые. Если ты не подписан, то это сделай, пожалуйста. Подпишись на канал. Оставь лайк, комментарий и добавься в ВКонтакте, друзья. Окей, да? И пишите, какие еще песни от него послушать в комментариях. Обязательно пишите это. Погнали, сегодня слушаем. Payback вышла на 2016 года, потом январь получается, да? Ну да, январь 2016 тоже. Vans, ну думаю тоже этого года. Babyface, потом она вышла получается 2016. Ну Skate, я думаю тоже 2016 вышел, да? Потом Пашка, честно я не знаю, когда она вышла. 2000 В 2018 году тут фит Lil Hot какой-то. Ну и все, в принципе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть песен. Нормально. Можем каждый видос по шесть песен делать, как бы. Ну, какие потом уже останутся. Это мы потом уже решим. Так, ну давайте погнали с пейбека давай. Давайте начнем. Let's go. Не забудьте ставить лайк. Можно, пожалуйста? Нахуй палос и суприм, трэшер нахуй тоже. Я ебал твой розовый свитшот и твою подругу тоже. Я сломаю ваши скейты, срежу все татухи с кожи. Заберу все ваши деньги, мне не нужен даже ножик. Я люблю, когда сука плачет от боли. Питаюсь любовью и снова на волю. Дети интернета, я хочу свою долю. Получая этот кэш и снова доволен. Я заставлю тебя жрать таблетки, сынок, чтобы говорить об этом в треках не мог. Надо больше денег, нахуй твой разговор. Моя бывшая с твоей обсуждает мой альбом. Ты до сих пор смотрел Наруто, это так круто. Ебал все твои интересы, ты тупая сука. Ты знаешь то, что я могу тебе сегодня дать. И я не твой бойфренд, дура, ведь меня не наебать. Нахуй палос и суприм, трэшер нахуй тоже. Я ебал твой розовый свитшот и твою подругу тоже. Ты знаешь то, что я могу тебе сегодня дать. И я не твой бойфренд, дура, ведь меня не наебать. Ох. Злой, злой. Злой Ваня в этом треке такой агрессивный, да? И классная типа строчка. Я не твой бойфренд, дура, ведь меня не наебать. Ты до сих пор смотрел Наруто, это так круто. Получается, веб-панк, да? Кстати, вы ему эту песню еще не слушали. Вот это еще классно, здесь срочки. Я заставлю тебя жрать таблетки, сынок, чтобы говорить об этом треках не мог. Иван говорит о начинающих молодых исполнителей, которые на старте своей карьеры любят создать крутой образ вокруг себя, описывая в своих треках. Ну это да, это такое есть, это даже и сейчас есть. То есть когда было, он пел в этом, ну об этом он пел, получается, в 2016, да, получается, году. Так и сейчас об этом поют, как бы. Есть такие, как бы, ребята, да? Ну, исполнители, в общем, да? Ничего, агрессивно, очень классный бит. Ну, и такая, как бы, вайб такой, старый, прям Ваня, типа, ощущается, да? Прям вот. Ничего, прикольно. Сколько б? Наверное, 8 из 10 бы поставил. Не сказал бы, что мне пипец как понравилось, да? Но это звучит классно, даже на сейчас, то есть на сегодняшний момент, да? Так, надо лайк поставить обязательно. Пишите свое мнение обязательно. Погнали дальше. Январь получается, да? Ну это что-то выходил типа мини-EP, наверное, да? На всего лишь Венс и январь, да, и все, наверное, да? Или что-то. Или какие-то еще есть там песни были. Не помню. Вроде только две, да, песни здесь были. Окей. А вот микстейп. Что было в январе? Ты помнишь, что было в январе? Я помню, что было в январе. В январе.
за ней, она идет за мной. Я уже не с ней, она еще со мной. Только меня видит и уже на мне. А помнишь, сука, что было в январе? Что было в январе. Все, что я думал, только о тебе. Я никому не нужен был, а что теперь? Вспоминай, сука, что там в январе. Тогда еще был холод, да, я знаю, голод. Искала со мной встречи, искала этот повод. Теперь я сделал эти треки, клипы для дебилов. А я хаслил не на треках, да, я был драгдилом. Все разговоры, разговоры только обо мне. Все мои суки будут помнить, Чимару, проклял ту печать, что их заставит полюбить меня, не отпускать. Я иду за ней, она идет за мной. Я уже не с ней, она еще со мной. Только меня видит и уже на мне. А помнишь, сука, что было в январе? Вау. Какой приятный флоу здесь, приятный бит. Атмосфера классная, очень мелодично. Я как Орочимару. То есть раньше у Вани, то есть были реально много отсылок на аниме. Ну, так у нее и песни были там. Агари, допустим, Канжи, там, да, то есть Шаринган, да. И, ну, и все такое, ну, вы это знаете. То есть он прям, ну, обожал, я думаю, аниме Наруто. И я как Орочимару, прокрутил тут печать. Хм, классно. Поставлю 9 из 10, то есть очень мелодично, вайбово, то есть, ну, о девушке, такая лирическая песенка, очень классно, мне понравилось, честно, очень кайф вообще. Ну вот это получается микстейп, да, получается. А, там еще песни, да, есть. Ну, остальных песен я из этого микстейпа не нашел, увы, только две песни нашел. Не знаю, они вообще есть там, эти остальные песни. Ну ладно, сейчас слушаем, получается, Vans. Ну, офигенная очень фирма Vans. У меня и кеды от Vans, и футболка от Vans. Помню, рюкзак от Vans еще у меня, два же вроде было. Кепки от Vans, то есть от Vans много вообще вещей у меня. Ладно, погнали, Vans. Ну и, конечно, Ваня раньше гонял в Венсах, там, в этих, в обычных Authentic. В клипе, в Меган Фокс клипе, потом в Мне Похуй вроде бы клипе, там тоже были Венсы. Ну ладно, в общем, чем мы об обуви говорим, ну ладно. Мои вансы говорят суприм. Сука меня любит, ком де гарсон. Вансы говорят. Ну, кто не знает, ком дес. Это, короче, бренд одежды такая. Ну, знаете, это такая, типа, сердечко. Я не знаю, мне кажется, сейчас он уже менее, как бы, известен. Ну, он и известный, да. Но я мало у кого вижу. А вот в то время я много у кого видел, как бы, ком де гарсон. И полосатые там футболки, вот эти лонгсливы, да, короче. Ну, у них еще была этот с конверс коллаборация, то есть с кедами. Да, помню. Supreme, я всегда был под лицом. Ты целуешь, суку. Ты разбитый парень. Сука меня любит, и твоя сука с нами. Она меня знает, я ее не знаю. Она меня помнит, не запоминаю. Ей 16 лет, она приведет подругу. Это твой бойфренд, но теперь он станет другом. Я не дам ей кархард, и я не дам ей бейт. Если сука не ебется, то я открываю дверь. Она опять звонит, в моем стакане лин. И я разбил ей сердце, но хочется любить. Я взял ее за руку, она идет за мной. И этот тамблер, сука, выглядит такой тупой. Тут где-то ее парень, она об этом знает.
бансы говорят, Суприм она растает. Мои бансы говорят, Суприм. 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 Ну, такая забавная, как бы, песенка. Иначе не назовешь, если, сука, не ебется, то я открываю дверь. Типа, ты мне не нужна, пошла отсюда, да, как бы, девка. А, в общем, ну, то есть, вот тот трек мне больше понравился, январь. Вот здесь бы я 80 бы поставил, да. То есть, тут, типа, немного скучно, да. Ну, как бы, ну, тут, как бы, и бэп, и Карха, да, такая, как бы, бренды, да, типа, перечисляют эти. Ну, в общем, что сказать. Ну, неплохо. То есть, типа, норм. Типа, средний вот так вот. Ну, 7-8 из 10. 7, даже, наверное, 7. То есть, меньше понравился этот трек. Пишите свое мнение, как вам понравился. Ну, а так, вроде, прикольненько звучит, забавно, если честно. Так, Babyface. А получается, и Skate это типа два трека, это с какого-то альбома? Или стоп, или они типа отдельно выходили? Ну ладно. Тоже в 2016 году, давайте с Babyface послушаем. О, приятный бит. На груди Supreme. Я курю слим на груди Суприм. Мой отряд скейтеров погибнет молодым. Я не вижу, я не слышу, мне ничего не надо. Ни одну мою шалаву не сравнить с моим отрядом. Но она в Токио, я думаю о ней. Так проходит и прошло уже немало дней. Babyface, 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 Babyface. Каждая неделя моды там опять. Мои кеды конверс, да? Но на них сердечки. Ну да. Мои кеды вансы, ай, но на них. Ну вот я же сказал, типа, коллаборация была, типа, мои кеды конверс, на них сердечки. Коллаборация, да. Мои кеды вансы, но на них Playboy, тоже коллаборация. Конверс, да? Но на них сердечки. Ванс Playboy. Мои кеды вансы, ай, но на них Playboy. Мои суки рядом, бейс, они меня любят, да? Ну да. Мои мысли далеко, в мыслях я с тобой. Эй, каждый день недели, но мы на нашем споте. Я молодой плейбой, но я выгляжу как Рокки. Они мне звонят, сука, как мои дела. Им не похуй на меня, мне не похуй на тебя. Обсуждают в интернете так, как я и ну говорил да. Они любят эту моду я убил. Занокс и кодеин, и я грустный как пиздец. Каждая таблетка приближает мой конец. Мой конец. Запиши про Гошу трек, но это уже не тренд. Я ну убийца да. моды, но ношу самый модный бренд. Занокс и кодеин. Блин, да что с этим Genius? Гляньте, как у меня лагает, пипец. Сейчас, секундочку. Обновлю. Ну да, получается, он, типа, это все делал, типа, ради... Ну, как бы, понимаете, вот, в то время были известны вот эти всякие бренды Гоши Рубчински, там, ну, типа, его, помните, там, футболки, там, рассвет не за горами, да, как бы, ну, вы это все знаете, я думаю, да? Ну, кому больше хотя бы 20 лет, я думаю, это как бы знают. А может и меньше, кому тоже, мне кажется, знают. Гоши Рубчински там бренды были, вот эти все, Вилон, то есть, ну и так далее, Венсы, как бы, все Венсы носили. Все поголовно, каждый носил Венс почти. Ну, через каждого. Реально. И я грустный, как пиздец. Каждая таблетка приближает мой конец. Мой конец. Запиши про Гошу трек, но это уже не тренд. Я убийца моды, но ношу самый модный бренд. Мои кеды конверс, эй, но на ней сердечки. Мои кеды вансы, но на них плейбой. Я мои суки рядом, эй, они меня любят. Мои мысли далеко, в мыслях я с тобой. Мои кеды конверс, но на них сердечки. Мои кеды вансы, но на них плейбой. Мои суки рядом, они меня любят, да? Мои мысли далеко, в мыслях я с тобой. Я курю слим на груди Суприм.
Мой отряд скейтеров погибнет молодым. Я не вижу, я не слышу, мне ничего не надо. Ни одну мою шалаву не сравнить с моим отрядом. Но она в Токио, я думаю о ней. Так проходит и прошло уже немало дней. Baby face, каждая неделя моды там опять. Baby face. Вот это кайф. Обложка такая, Ваня, молодой такой. С волосами, пиво, сига, все как надо. Очень классный, очень атмосферный, мелодичный трек, да? Мне очень нравится бит, вот тут классный сэмпл, вообще офигенный. Реально годная песня, 10 из 10 поставлю. Очень мне зашла, вкатила прям. Baby face. Ну и там Агошу упомянул, да, и так далее. То есть ассоциировался с Playboy Carti, A$AP Rocky, да, как бы молодой плейбой. Ой, Ваня. Блин, такие классные песни, конечно. Раньше у него были, да? Блин. Но, увы, такого уже не будет, Ваня. Такого Ваня уже не будет. Так что... Имеем, что имеем. Вот, о новом скажу. Чё, погнали дальше, скейт. Ну, это, видимо, какой-то EP, состоящий из... Одной... Не-не-не. Двух песен, то есть скейт и... Ну, которую мы слушали до этого. На Babyface. Так, скейт, да, у нас сейчас... Плюк! Трэшеры палас, но я даже не катаю. Трэшеры палас, но я даже не катаю. Ну да, у меня тоже была футболка трэшер. Но ее сейчас уже нету, ей было года 4, она же порвалась. Худи трэшер у меня там лежит. Как бы, ну и чё, ну я тоже типа... Не, а у меня был, но у меня был, правда, этот... лонгборд, короче, ну который просто типа... Ездишь на нем. И то на нем было сложно, на самом деле, кататься. Такой был прям увесистый, если честно. Такой тяжеленький. Ой, ладно, давайте не будем. Давайте просто музыку слушать. А то я сейчас уеду опять куда-нибудь. Трэшеры палас, но я даже не катаю. Если это носит Иэн Коннор, то я надеваю. Кстати, мы уже слушали песню Иэн Коннор на релизе вроде бы Вилон, да? На каком-то это был трек на, ну, Епин. Слушали. Иэн Коннор это получается. Короче, очень модный чувак, короче, ну, с которого все берут, типа, пример, да? И смотрят постоянно, во что он одевается, то есть... Ну, этот... Как это правильно? Как это называется правильно? Стилист, что ли? Или как это правильно сказать? Ну, короче, из мира моды, вот. Из мира моды. Я такой модный в джинсовом комбинезоне. Знаю, моя кепка от Supreme. Но я даже не катаю. Я тоже не катаю. Я смотрю на M2K, меня снова обсмеяли. Ну и что с того, что я даже не катаю? В моем секонд-хенде продавец сам Иэн Коннор. Изи Буст и Канни Уэста продает всего за доллар. Оптимус Гэнг на моем мониторе. Оптимус Гэнг. Рубчинский у меня на повторе. Да, я самый модный тренд. Я как Гоша Рубчинский. Не хочу быть высоким, я хочу быть низким. Я хочу курить на Изус, я хочу себе дреды. Не хочу простые вансы, я хочу крутые кеды. Ты меня не знаешь, я хочу быть топовой моделью. И я больше не мечтаю, и теперь я ставлю цели. Трэшеры палас, но я даже не катаю. Если это носит Иэн Коннор, то я надеваю. Я такой модный в джинсовом комбинезоне. Знаю, моя кепка от Supreme. Но я даже не катаю. Эй.
сплю, сплю. Не, ну как бы атмосферный бит, да, но этот как бы трек, он зайдет, мне кажется, ну так, один раз послушать, а может и не один раз, но время от времени, да, он такой, то есть он немножечко скучненький, да, поставлю тоже 7 из 10, ну вот говорить типа то, что раньше, как бы, ну и как бы сейчас, нынешняя молодежь, ну как бы, ну они смотрят на рэперов, да, и хотят одеваться как рэперы, а... Во многих случаях, не у всех есть деньги, да? И они берут паль, как раньше покупали там вот этого же, того же Гоши Рубчинского, покупали паль с Алиэкспресс, там с разных групп ВКонтакте, да, короче, которые заказывали на Алиэкспресс. Раньше такое вообще было очень распространенное. И трэшер покупали с Алиэкспресс, и Вэнси с Алиэкспресс, ну Вэнси это, конечно, это уже жестко, типа перебор, да, но трэшер Гоши Рубчинского с Алиэкспресс покупали. Всякие там футболки Вилон там, да, ну и так далее, то есть, очень много ходили в пале, как бы. Не, ну сейчас как бы ходят в пале, но сейчас уже меньше ходят. Раньше вообще все почти ходили в пале. Ну и... и все типа, о, да чё у тебя это паль, у тебя давай бирку, да, покажи бирку, типа, чё ты там носишь, покажи Вэнсы. Вэнсы, а чё у тебя не оригинальная бирка, это паль у тебя, типа, ну, они ж типа люди идиоты, ну, во многом случаем, то есть, они не могут понять то, что у... где типа брать школьникам деньги, допустим, да? Поэтому им приходилось паль покупать, как бы. Просто это все зависит от финансовых возможностей, и все. Но если у человека паль, ну пусть он носит паль, что в этом такого? Реально, вот типа, если у него, как бы, мало денег, и он себе не может там что-то. Но он очень хочется, как бы, если хочется очень человеку, то почему бы и нет, да? Почему бы и нет? Пусть человек носит, если ему это хочется. И ты... не вправе его осуждать, потому что это его выбор, как бы, его, как бы, хотелки, в общем, да. Ладно, в общем, я все сказал. Эту тему можно, если честно, обсуждать там хоть весь день, блин, хоть, не знаю, очень много раз. Ну, в общем, ну, неплохо, да. Так, и последний трек, это Lil Throat, получается, его друг. Я не знаю, они сейчас, как бы, связь, как бы, есть у них связь или нет. Просто я первый раз слышу про этого Lil Throat, вообще не знаю, кто это. Пашка называется песня. Тоже сказали, ребята, послушайте в комментах. Давайте послушаем. Это с нуля? Будем знакомы. Добро пожаловать ко мне домой. Пашка, я Пашка, 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 я Пашка, ты не Пашка, я Пашка, ты не Пашка, я Пашка, ты не Пашка, 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 я Пашка, 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 я Пашка, ты не Пашка, я Пашка, ты не Пашка, я Пашка. Пашка. Мы играем в бифу, после курим траву. Я не вру, Пашка тру, Пашка тру, Пашка друг. Пашка, 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 Пашка. Я Пашка, 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 Пашка. Я Пашка, мне 29. Вам не видно, что мне нехуй делать. И Ванёк приедет пить пиво в 10. Но Ванёк всегда опаздывает, это бесит. Здорово, Пашка, как договорились, без 10-12. Пошел, ну не надо драться. Опаздываю я всегда, передаю по рации. Нахуй мусорок, эй, на локации. Пашка, 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 я Пашка. Пашка, 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 я Пашка. Я Пашка, ты не Пашка, я Пашка, ты не Пашка. Я Пашка, ты не Пашка, 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 Пашка. Я Пашка, 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 Пашка. Я Пашка, ты не Пашка, я Пашка, ты не Пашка. Я Пашка, Пашка, Пашка. Если честно, очень такой трек милый, если честно. Я хз почему, но он какой-то милый трек. Вот этот типа Пашка исполнитель, Lil Throat, да? Ну и его Пашка, да, наверное, зовут. А он классно поет в этом... Классно у него этот... Припев классно у него. Я Пашка, ты не Пашка, я Пашка, Пашка. Прикольно звучит, кстати. Очень классный вайб. Пашка.
Пашка, Пашка, Пашка. Я Пашка, ты не Пашка, я Пашка, ты не Пашка, я Пашка, ты не Пашка, 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 Пашка. Это получается Пашка, его старшина, ему 29, а Ваня получается, а какого Ваня года, 99-го или 97-го, что-то я не помню, но вроде бы Ване сейчас 25, да, если я не ошибаюсь, 24-25, ему получается 29 тогда было, сейчас ему 30, так, 29, 33, да, наверное, этому как бы Пашке. Ну да, как бы норм, разница такая. Ничего, как бы прикольный трек, типа мне Пашка, мне 29, напомни, что мне нехуй делать. Забавно, забавный трек, очень классный бит, понравилось. Куплет Фейса, ну здесь был маленький, да, просто, ну прикольно все равно, как бы. Вместе все звучит гармонично, и этой песни, то есть она есть только, наверное, в Ютубе, там, в ВК где-нибудь еще, да, на каких-нибудь Санклаудах, да, как бы, и все, то есть. Spotify ее нету, я думаю. Ну, я думаю, конечно. Не уверен, конечно, ладно. А, в общем, ну, 70, ну, 80 поставлю. Прикольно. Очень, очень мелодично, если честно. Если слушать ее раз за разом, то еще прикольнее будет. Типа, ну, очень классный вайб, приятный здесь. В общем, как-то так. Пишите свои комментарии, да. А, оставляйте лайки. И ВК в друзья добавляйтесь обязательно. Всем пока, всем удачи. Пишите, что послушать, всех обнял. Фанаты Фейса самые лучшие. Просто лучшие.